признателен вам, герр-доктор. Благодаря вам мы узнали, где следует вести раскопки. На мои данные можно положиться. Именно я сказал, что на вокзале будет Янки, и устроил ловушку на Каролину Бекер. Это правда. Но последние данные о портале вызывают сомнения. Как убедиться, что он останется открытым? Уверяю вас, мои ученики верно истолковали тулийские манускрипты. Портал будет работать. Ха-ха-ха. Да, ваши ученики. Они так и не догадались о ваших истинных намерениях. Что вы притащили их в Айзенштадт, чтобы переводить тулийские манускрипты для Третьего Рейха? Нет, Блажкович отвлек их на свои делишки. Они ни о чем другом и не думали. Золотой рассвет не подозревает о нашей работе? О моей работе, доктор. Не нашей. Как скажете. Пожалуйста, давайте войдем в мир Черного Солнца. Я хочу воочию увидеть то, из-за чего вынес столько насмешек. Простите, доктор, но вас ждет совсем иной путь. Auf Wiedersehen. Идемте со мной. Скоро будет произведен выстрел.
Я проник на борт Цепелина и подслушал разговор доктора Александрова с Тоттенкопфом. Оказывается, Александров и был тем самым кротом. Но он работал не один. Судя по всему, Антон Криги тоже передавал информацию нацистам. Затем Тоттенкопф казнил Александрова. Если честно, мне его совсем не жаль. Теперь я должен последовать за Тоттенкопфом и Гансом Гроссе в мир Черного Солнца, чтобы помешать им уничтожить Айзенштадт с помощью сверхоружия. Согласно приказу Тоттенкопфа, доставка оборудования, имеющего отношение к тени, должна осуществляться в первую очередь до остального оборудования и материалов. Артиллерийские орудия, связанные с тенью, должны быть в кратчайшие сроки доставлены в среднюю часть ангара. Контейнеры со знаком секретности необходимо доставить в строго охраняемую зону в передней части. Капитан, секретное оборудование в переднем отсеке Цепелина должно охраняться вашим самым лучшим отрядом охраны. Ни при каких обстоятельствах это экспериментальное оборудование не должно получить повреждения. Команда, охранявшая его в больнице, не справилась с заданием. Я уверен, вы не хотите, чтобы ваших людей постигла их участь. Капитан, просьба напомнить своим подчиненным, что в режимных зонах, таких как огневые точки и верхние взлетные площадки, курение строго запрещено. Напоминаю, что в обоих зонах хранятся огнеопасные материалы. Одна искра может повлечь за собой серьезные разрушения и потери в личном составе. Я понимаю ваше волнение, доктор, однако вам не о чем беспокоиться. Мои люди прекрасно осведомлены об опасности, связанной с легко воспламеняющимися материалами, поэтому курят на безопасном расстоянии. Возможно, вам следует заниматься вашими пробирками, а сражение предоставить настоящим мужчинам. В скором времени ожидается прибытие моего гостя. Я хочу, чтобы его незамедлительно припроводили в передний отсек Цепелина, где мы с помощником будем его ожидать. Не заставляйте меня ждать ни на секунду дольше, чем это будет необходимо. Теневые орудия и накопители энергии не должны храниться в обычных оружейных ящиках. Подобные предметы и виды вооружения являются особо охраняемыми объектами и должны перевозиться непосредственно в режимные зоны. После успешного завершения обстрела и разрушения Айзенштадта уничтожьте объединенными силами Люфтваффе последний самолет союзников и держите курс на Лондон. Сегодня великий день, начало конца союзников. Еще раз обращаю внимание на важность постоянного наблюдения за устройствами откачки энергии Черного Солнца. Неожиданный выброс энергии может привести к перегрузкам аппаратуры. Подобная перегрузка приведет к катастрофическим последствиям для Цепелина. В связи с проблемой со снабжением, на борту Цепелина недостаточно парашютов. Несмотря на мою уверенность в том, что потребности в них не возникнет, я бы хотел, чтобы нам была срочно доставлена еще одна партия. Иногда случается совсем не то, чего ожидаешь. Я был бы вам благодарен, если бы моя обеспокоенность не была доведена до сведения Тоттенкопфа.